Боже, ты что, надо мной издеваешься? Он склонял тебя к мерзостям? И мне плевать, что он самый крутой парень в школе. Я ему шляпу к заднице гвоздями прибью, да покрепче. Нет, пап, ничего не было, ясно? И даже если было, это тебя вообще никак не касается. Просто я волновался за тебя. Впервые в жизни. Сэм, в последние годы я наконец понял, что когда-то совершил огромную ошибку. В том, что разногласия между мамой и мной повлияли на отношения с тобой. Прости. Пап. А что если я удочерю Рин? Тебя кто надоумил? Нет. Когда она пойдет в школу, для нее лучше, если она будет носить фамилию семьи Кавачи. Но ее чувства для меня намного важнее. Упс. Чхиайон, что ты здесь делаешь? Возьми. Зачем это? Я не знаю, сколько стоит арендовать тебя, поэтому это все, что у меня есть. Айо. Там много денег. Я не бросала туда мелкие монеты. Айо. Я серьезно. Я покажу тебе. Есть, я сделал это. Прости, моя дорогая, папочка скоро тебе все компенсирует. Я не отдавала тебя. Ты должен был сдаваться в аренду. Ты должен возвращаться к своим настоящим владельцам. Папа, прости меня. Будь моим папой, а не чьим-то другим. Айон. И перестань работать. Я люблю своего старого папу. Айон. Я твой папа. Я только твой папа. Прости. Это моя вина. Надеюсь, что мы все исправим. Ты моя дочка.
А я твой отец. Можно кое-что рассказать? Да. Да, 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 что угодно. Я лесбиянка. Дай мне руку. А мама что думает? Она не знает. Что говорят подружки? Еще им не сказала, потому что боюсь. Ты боишься сказать Кайли и Джули? Мало ли. Не хочу потерять двух лучших подруг. Ну, именно такое и говорят самым близким. Думаешь, бросить тебя, потому что ты лесбиянка? Они поддержат тебя, будь ты даже вампиром. Я тебе это гарантирую. Каждое утро Рин убегает с улыбкой на лице. Каждый новый день — это радость, посланная нам свыше. Когда она засыпает у меня под боком, я благодарен за то, что она дома и в безопасности. Я думаю, так каждый день после того, как они с Коки убежали. А еще она перестала мочиться в кровать. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Дайки-чисан! Доброе утро. Доброе. Если так подумать, мы все взрослеем, влюбляемся, женимся, становимся родителями, а наши дети, в свою очередь, тоже становятся родителями. Получается, все мы в этом мире — мамы и папы. Словно большие волны любви, правда?